Бурятия стала одним из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. Глав регионов, в которых показали лучшие результаты, наградили в Москве. Алексей Цыденов получил грамоту лично от первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Вот эта работа совместно, она позволила нам достигнуть и в дорожном строительстве лучших результатов за всю историю, и в жилищном строительстве лучших результатов за всю историю страны. Это вот благодаря нашей системной работе. И чтобы, учитывая, что сейчас время такое тяжелое, не собирать всех еще раз, там, отвлекать вас от работы, вот хорошая площадка – это семинар-совещание подготовки к госсоветам, очень такая полезная, востребованная площадка. Поэтому мы вот пользуясь случаем, решили вас здесь всех поздравить перед Новым годом и наградить нашими памятными наградами, которые мы уже первый год вручаем, за успехи в дорожной деятельности. Оценка работы субъектов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев. Это достижение целевых показателей, соблюдение сроков, своевременное освоение средств, а также организация информационного сопровождения.